В столице прошел международный турнир по рукопашному бою на Кубок министра внутренних дел. В соревнованиях участвовали спортсмены силовых структур из 6 стран – Казахстана, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего больше 150 спортсменов. Уже известны итоги. В общекомандном зачете 3-е место у Нацгвардии Казахстана. 2-е место заняла служба госохраны, а 1-е место за Росгвардией. Такие турниры у нас проводятся каждый год. И на каждом году она показывает свой высочайший уровень. Могу выделить это страны Российской Федерации. В этом году у нас сегодня посетила это Арабские Эмираты. Очень хорошие спортсмены пришли, талантливых. Это нам тоже уровень, как бы мы с этим растем.